Знали ли вы, как Пауло Коста увел девушку у Брайана Ортеги? Трейси Кортес, 10-й номер UFC женского наилегчайшего веса, ранее встречавшаяся с Ортегой, ушла к другому бойцу Пауло Косте. Пауло опубликовал пост в запрещенной России соцсети и сразу же удалил. Вот как Брайан прокомментировал этот инцидент. «Все пишут, что я что-то потерял, но вы должны понять разницу. Когда ты что-то роняешь, это случайная потеря. Когда ты бросаешь его самостоятельно, это пас». Позже, после победы над Жасмином, сама Трейси объяснила этот случай. «Мы встретились в Бразилии на совместной тренировке, а фотография была сделана на совместном ужине. Как оказалось, у нас обоих был совместный партнер, и фотография была сделана, чтобы отправить ему».